пору, когда ОРВИ гуляет по стране, особенно важно укреплять свой иммунитет и заботиться о своем здоровье. Какие методы самые эффективные? Это мы решили узнать у наших горожан. Лежу, пью чай с медом, молоко, ну и иногда таблетки. Народные методы или лимоном да малиной. Чай горячий. Все. С таблеткой? Угу. Стараюсь не ходить по улице. Сильно много. Спасибо. Ну, кушаю лук, чеснок, такое все. Народным методом. Ставил уход, мало уход, да. А народные средства? Народные средства. Ну, не очень. Домашними способами. Больше домашними? Да, больше домашними. Как обычно, аптека, больница. А народные средства? Народные средства тоже. Ну, таблетки пью, нос промываю там. А обычно пью лекарства, там, лежу. Все? Чай с лимоном, еще молоко, там, молочные продукты. Победить простуду можно самыми разными способами. И неважно, какой он, традиционный или народный. Главное, всегда заботиться о своем здоровье, вне зависимости от времени года.